На похоронах Руденштейна произошел казус. 8 декабря страна простилась с известным продюсером Марком Руденштейном. Проводы мэтра в последний путь подпортил странный случай. Кое-кто из присутствующих разглядел случившийся мистический знак. Прощание с Марком Руденштейном оказалось куда как скромнее, чем могли предположить поклонники основателя кинотавра. Возможно, всему виной стали нашумевшие мемуары продюсера, в которых он раскрыл всю подноготную представителей отечественной кинобогемы. В самый разгар прощания спокойным в зале раздался страшный шум, заглушивший даже рыдания безутешной вдовы Руденштейна. В соседнем помещении явно царили иные настроения, поэтому, когда зашумел перфоратор, скорбящий в ужасе, вздрогнули от громких вибраций. Неприятный казус изрядно подпортил собравшимся и без того нерадостное настроение. Тогда один из друзей продюсера решил немного разрядить скомканную неуместным шумом атмосферу. «Это Марик, который был очень пробивной, нам знак подает», — заявил не растерявшийся в столь неловкой ситуации мужчина.